подхилиться. Если кому надо будет подхилиться, кричите. Окей. По машинам. Я за руль не сяду. Стайл, садись. Стайл, все в одну машину. Прыгай к нам. Я, кстати, прикольно за руль сажусь, за зону вылези. Сейчас я покажу. Да я знаю, по-разному можно. А сейчас посмотри. Шупай. Я же очень ловкий, короче. Такой. Смотри, как я сажусь. Ага, прикольно. Да я вижу, да, это сзади. Смотри, как я вылазию. Прикольно. Ты так не умеешь. Все, давай, по машинам или... О, ставил. Давай, я к тебе запрыгну, у тебя красивая машина. Поехали. Ну и что тут нам нужно? Что мы ищем? Убейте. А, все понял. Тут нам надо убить ассасина, вон он. Где? Ну, пока да. Так нормально? Все, мы убили. Классно, я вас выхилил. Сваливаем отсюда перцы. Давай. Все низкие. Давайте. Или может в этот раз все в одну машину запрыгнем? Куда едем-то? Не знаю. Да, назад, по-моему, вон туда нам, по-моему, назад. Ребята, вот к якорю подходите, тут запись висит. Остальные прикрываем. I like this place. Hyperion shouldn't be able to find you here. Thanks. I tried to make it very... gruesome? I was gonna say cozy. You've strapped charred bandit corpses around the entrance. Corpses can be cozy. I know at that place in New Haven before... Oh. Yeah, I'm going now. Suave, Lilith. Ребята, по машинам. Уютно. Погодите, помогите. Ладно, да, тут Махач, Махач. Подключаемся к Махачу. И тут еще оружие есть. Дробовики. Все, теперь можно по машинам. Ну,
Ну, ребята! Ребятушки, давайте! О, ты видел это? Угу. А, какие-то прикольно. Вылезаем? Нам вниз. Нам... Нет, нам дальше. Зазу. Наша остановка дальше. Понял. У меня даже вопросительный знак на голове появился. Мы что, обстреливаемся? Out of my way. Ох, эти твари. Уходим, ребята, уходим! И слишком много! В машину! Да что это? Эти летучие крысы так хорошо разбиваются. Все, садимся. Ладно, ребят, спокойной ночи. Спокойной. 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 Зазу, прыгай вниз. По скалы. Почему-то у меня очень плохая идея насчет этого прыгать. Потому что нам нужно будет тогда обратно наверх подниматься. Нет, все нормально будет прыгать. Там еще другое место есть. Нам уже в машине. Если кому надо, может посмотреть. Там ящик, там две пушечки. И не подходят, может кому-нибудь. Не, ну у нас вообще-то... Где какие пушечки? Да нет уж. 7-й левел. Ну ладно. Хорошо, если бы они были синие. Вот этот лут можно дербанить. Ты понимаешь, мы опять же в самом начале. Да-да-да, я понимаю, Зазу, но нам туда. Спрыгивай. Окей. Так, теперь едь вон... Прямо. Да сейчас ладно, я покажу чё? Дорогу. Вылезай. Мы же у тебя сейчас идем. Так что я эхо поднять не смогу. А где ты? Или смогу. А где эхо? Оно на этой трубе. Но на трубу можно забраться только отсюда. Там еще и оружие есть. О, нормально? Там револьвер есть, на 13-й левел, 144 бьет. Будете брать револьвер? Дайте мне кто-нибудь, я застрял просто. Бедняжка. Может гранату кинуть? Подбросит? Давай я тоже сюда спущусь. Посмотрим, что это такое. Ставь, попрыгай. Залез на меня. Как в контре. Чем это сейчас вас пытаюсь своим блоком вытащить. Не, это не работает. Ну-ка. Не получается. Кстати, не пугайтесь, если я буду по вам стрелять. Это я вас так лечу. А если я сюда машину подгоню, и вы попробуйте в нее сесть? О, злодей горит.
греюсь. А то холодно, да? Блять, ну... Чё, оружия там нет? Нужно тебе попасть в такую... Почти. Подеть вот сюда. Если ты можешь вообще подъехать. Пробую. Блять. Не говори, что ты упал. Молодец. Упал. Тут недалеко ехал. Сейчас вернусь. Блин. Ну ёпта. Такое мне. Круто, вы прыгаете, мне опыт идет. Нет. Нет, это... Это я по дороге нечаянно вляпался. О, опять опыт идет. Я же говорю, я вляпался. Иди даже. Дайте вам еще гранатку. А, охрененно. Да, блять, постоянно не дает. Сейчас я уже знаю, как это исправить. Парт, ничего, мы дрючимся. Телепортом можно воспользоваться. А, есть персональный? Убейте друг друга. Я скоро. Блек. Нее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 ee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 e
Ты переместился, скажи. Все, я тут. Ставил, подойди, я тебя ударю, начнем ПВП. Я тебя пристрелю и треснешь. Да блин, убей себя базукой. Или гранатой. Можно и так. Или гранатой. Не получится. Телепортнулся. Ставил. Подойди поближе ко мне. Прими. Блин, мобов сюда. Ударь меня. Вот, садитесь. Ударь меня ближним боем. Садись. Можешь сесть? Я его грохнул. Сейчас он резнет. Что? Да нет. Ага, он не умрет. Не может сейчас умереть? Павел, попробуй сесть. Попробуй сесть, ребята. Я лично отсюда могу. Вот так вот. Дело надо же. Ах, слава богу. Все, выезжай. И оружие это было, у меня оружие главное. Все, давай, уехали. Там за пистолет. Я он взял зеленый вообще. Давай вниз. Зеленые вот. Пистолеты, револьверы. Прыгай вниз, оттуда поедем нормально. Как я рад, что я можно не за руль. Бабу за руль нельзя. Тогда я на твое место прыгну. Бо стрелял сверху. Подожди. Что было-то? Да я хотел турель в машину поставить, не получилось. Ну поехали. Или меня за руль. Он или. В какую сторону? Вот какую ехать, сторону вот, ехать. Вот сюда. Ты вот сюда. Знаешь, вот наверх. Вот это я тут вляпался. Тут, кстати, погодите, тут иридий был. Я помню, что тут я видел иридий, но я его не взял. А вот он. Всем засчитался? Нет, только тебе идет. Мне засчитался. Ну, значит, ты меня, я просто слепой. Криворукий. Вот рядом с деньгами буковка Ё, да? Да. Иридий. Да, мне засчиталось. А нахрена он нужен вообще? Он нужен для того, чтобы покупать улучшения и носить больше боеприпасов на любимое оружие.
То есть количество боезапаса может улучшаться. Но улучшение только за иридий. А где их покупать? В городе. Да, в городе. Там только мужичок вылезает через дверцу. О, гранаты можно швырять. Кто такой водитель? Зазу. Кто? Зазу. Ну что, у нас тут дело какое-то? Последнее эхо. И где? Это эхо в трубе. Да, вон Зазу, там. Как его взять? Да вот сейчас оно вылетит. Another vault hunter, huh? I'll see if I can contact him by echo on my way back to sanctuary. Good. Well, sorry. I just got here. I'm a little busy waging a one-woman war on every bandit in the tundra, so you can focus on taking down Jack. Я что-то не ем. But hey, if you want to hang out, I can just give up this Firehawk thing and let the Bloodshots overrun Sanctuary. No, you're right, of course. Are you sure? I can make Coco. We can talk about boys. I'll just talk to you once I find the Vault Hunter. Yeah. I'm sorry for... Well, I'm sorry. Lul. Хорошая пушка, блин. Какая? Все хорошо, что на заставке, да? Да, пока их нету. Помаливан. И она очень хреновая. Самые нормальные пушки от фирмы Даль. И Владов. У меня вопрос. Мы пошли за шлемом, и мы получили шлем или не получили? А мы сейчас пошли выполнять квест. А, вот теперь мы и сейчас... сейчас надо его пойти и сдать Лилит. Так это там на башку, да, квест, да, был. На башку. Я просто соскучился по сейчас новым... дадим, получите. Шлемом. Я один выбил. Уже хочу. Все сейчас получим. Что за шлем? Где? За квест. Куда вы бежите? Где? Тут. Блин, в сторону кого бежать? Все, мы имеем шлем. A gang of lowlifes is out prospecting for iridium in the Tundra Express. А мне не дали. Потому что он у меня уже есть, наверное. Тот чувак, который нарисован, панк? Assassin Heart Customization? Квест я разблокировал. Я тоже. Он круто выглядит. Ну как, симпатично. Где это за мини... А, сейчас посмотрю. Сейчас. Вот продать не нужно. Может, мы все во Владов переоденемся? Подожди. Крит, стоп. Вон как стайл. А, это у нас буржуй. Да, я из СССР. Это Владов. О, бородач. Зазу, ты можешь во Владов переодеться? Нет. У тебя нету этого скина? Какой? Владов. Нет. А что ты мне башка? Тогда я сейчас что-нибудь переоденусь. У меня есть Владов. Откуда? А, попробуй переодеться. СССР? What the fuck? Да. Должен быть. Я его разблокировался. Это, видимо, когда мы в автоматах играли, вот эта фигня. Было написано. Да, они оттуда падают. СССР. Вообще бородач. Так. Три серп и молот и бородач. Я думаю, что... Это, наверное, уже пятая серия, да? Пятая серия? Это пятая серия, если не ошибаюсь. Да.
классно сделали квест, и серия закончилась. Спасибо, что нас смотрели. Да, все. Все? Спасибо, что нас смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.